этом году Тамара Николаевна Москвина вообще обошлась без экспериментов со своими учениками. В том смысле, что если прошлогодняя произвольная программа была во многом экспериментальной, то в этом году, например, короткую программу и вовсе не меняли с прошлого года. Это мы все увидим своими глазами. Осталось просто немножко подождать. Вот Вера и Юрий, ученики Людмилы Калининой. Музыка у них называется «Sadness». Переводится как «грусть», однако. Ну что сказать, Вера и Юрий выглядят очень уверенной и красивой парой. Те, кто только что аплодировал Джонни Уэйру, поддерживают едва ли не более эмоционально наших фигуристов. Но правда, здорово. Ну, начало было у Веры не такое хорошее с этим тройным тулупом. Посмотрите, как уверенно и красиво они исполняют поддержки, какой у них хороший баланс
партнерский. Музыка, которая называется «Грусть», на самом деле не такая уж и грустная, как можно было предположить. Тройной тулуп в итоге им принес всего лишь 0.5 балла, что, конечно же, мало. На тройном флипе выброс им поставили минус 0.7 из-за приземления. В остальном все, в принципе, в плюсе. Дорожка шагов третьего уровня, спираль третьего вращения.